Привет, ребята! Как дела ваши? Баскетбол играем? Да! Смотрю, 47 номер. Поработаем чуть-чуть? Да! Предположить не мог, что приедет сам Андрей Кириленко. Но это было поразительно. Я не ожидала. Он известный баскетболист. Они ЦСКА, мы сборная. Так, сборная России против ЦСКА Москва. Круче? Сейчас проверим вас, насколько вы круче. Отлично. Так. Молодец. Сборная России у нас зарабатывает одну очко. Дальше. Очень хорошо. Так, у нас сегодня будет жарко. Молодец. По двое осталось. ЦСКА чуть-чуть прям вырвало в концовке. 1-1. Знаете, есть пословица: тише едешь, дальше будешь. Поэтому, чем тише и аккуратнее, и точнее будете давать пас, больше вероятности, что победите в этой игре. Готовы? Старт! Отлично. Молодцы. О-о-о. Так просто, да, это? Ты не сможешь один обвести пятерых и забить. Нужно уметь играть через пас и чувствовать партнеров. Надо попадать. Четыре! Задание здесь не просто бросать, задание попадать. Надо забивать. Это командная игра, она меня поражает. Эти броски трехочковые, они просто завораживают. Пробуй. Чуть-чуть согни ноги, посмотри. Видишь, как я сижу на стойке? Стоп. Браво. Ребят, поаплодируйте себе немножко. Молодцы. Но вы же понимаете, что никогда не получится, если вы не пробуете. Будешь пробовать когда-то на 10-е, на 100-е, на 1000-е повторение, все получится. А если ты никогда не пробуешь, когда получится? Никогда. Мне понравилось, он нам делал новые эстафеты. Особенно мне понравилась игра, когда мы играли в передачу. Ну, через баскетбол без дриблинга. Ребят, мне очень нравится, что вы все боретесь, что вы все играете с хорошим желанием. Чуть-чуть ваши эмоции перехлестывают. Начинаете бить друг друга. Старайтесь. Я знаю, что это иногда очень тяжело сделать. Кто-то вас обидел, кто-то там сыграл жестко, иногда и грубо. Но держите свои эмоции внутри. Лучше как можно быстрее убеги в отрыв и забей ему 2 очка. Накажи его так. Он играл не просто результативно, он играл еще красиво. Я хотела быть похожим на него и многих других баскетболистов. Потому что того уровня, которого они добились, можно только мечтать. Но, в принципе, можно его достигнуть, если очень хорошо работать. Когда я был маленьким, и действительно, любое внимание, любой там даже взгляд игроков, когда мы смотрели на площадке в нашу сторону, там, может быть, какой-то 5 когда давали, для нас это был мощнейший импульс и заряд энергии на будущие там месяц, а то и 2. Я надеюсь, что это ребятам даст такой хороший положительный импульс и все-таки в дальнейшем поможет им быть более спортивными, более энергичными и активными. Вот, но очень приятно работать с такой публикой. Вот, эти ребята просто молодцы, и я, конечно, желаю им успехов в дальнейшем. Не только на баскетбольной площадке, но и в академической, конечно, успеваемости. Вперед!